Я Гала Голландский, дизайнер-конструктор, основатель школы интегрального развития дизайнеров. Выполняю заказы своих знаменитых и простых клиентов. Я каждый раз открываю какие-то новые способы и методы вязания и наношу их на обширную карту профессионального роста дизайнеров. Мои вязаные создания – это мой язык, мой способ общения со Вселенной. В серии видео «Раскрываем секреты поперечного вязания» я рассказываю, как связать жакет-реглан этим методом. Вся информация и о том, как сделать расчет, и о том, как связать, есть внизу в информационном блоке. Мои читательницы спрашивают, а что еще можно связать, кроме линии реглан? Я хочу вам сказать, что я пробовала очень много самых разных. И рукавов, и пройм, и летних, и зимних. И у меня скопилось очень много разных методов. Сегодня мы начнем с одного. С туники, которые плечо и проймой связаны в форме маечки. Вот такая простая пройма. Вот это туника и украшение по линии реглана. Вот это чертеж этой туники. На этом чертеже вы можете видеть, это начало. Вяжем мы вот по стрелочке. Видно, что начинаем мы с проймы под рукой. Мы вяжем спинку, и на спинке эта линия прямая. Почему я ее оставляю прямой? Потому что она немножко провиснет под своим весом, и будет как раз такая небольшая округлость, такая, какая нужна. Потом следующая пройма под рукавом. И теперь уже пройма переда. Вот она лямка. Здесь прямой участок. Так я вывязываю округлость переда. Снова вторая лямка. И последняя пройма. И мы соединяем начало и конец вместе. Здесь по диагонали я нанесла украшение. У меня связано раскрещение в каждой такой точки есть раскрешение такое частичным вязанием. И в том и преимущество вот в поперечном вязании, что есть возможность связать самые разные украшения по пути. Какие-то раскрешения по боковым частям, или ниже, или вообще какую-то оборку по низу. То есть фантазии нет предела, как можно украсить тунику, когда ты вяжешь ее в поперечном направлении. Моя туника связана на машине третьего класса, но вы можете связать ее любыми способами. И на спицах, и на машине, на любой, потому что здесь я рассказываю только принцип. Такую тунику можно носить и на свитер, поэтому не надо ждать лета, можно прямо сейчас ее связать и уже носить. Пробуйте новый метод. Наслаждайтесь потоком идей, творческой энергии, которая всегда приходит туда, где мы пробуем что-то новое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы получать извещения о выходе новых видео. Создаем свою карту пути.